И о результатах самого красивого конкурса города. Победительницей «Мисс Алматы» 2014 стала 22-летняя Регина Вандышева. Своих соперниц новоявленная мисс сначала обошла в кулинарном конкурсе, а потом в дефиле. Умение вкусно и быстро стряпать конкурсантки демонстрировали впервые. Раньше такого состязания не было в составе программы. Стоит отметить, что победительница оправдала звание не только красавицы, но и спортсменки. Регина – мастер спорта, а также призерка чемпионата Казахстана по легкой атлетики. Корону ей торжественно передала победительница прошлого года Айгерим Кожахан. Теперь обладательница первых четырех мест представит Алматы на национальном конкурсе «Мисс Казахстан» 28 ноября в Алматы. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на телеканале Алматы завтра, как обычно, в 21:00. Всего доброго и до свидания. We'll be right back.